Продолжаем. На сцене еще одни представители, как-то неудивительно, еще одни представители Пензы, историко-филологический факультет Пензенского государственного университета, команда КВН, команда городского типа. Встречайте. И все мы приехали из разных городов. Вадинск, Сердок, Кузнец. Так сказать, алюминиевое кольцо России. Мы команда молодая, поэтому концепт нашего выступления определил жюри. Внимание на экран. Мне очень понравились ребята, вот, цыплянки. Цыпа, цыпа, цыпа. Я вообще вас не так учил танцевать. Ладно, давайте еще раз. Размялись, поехали. Подняли ручки, положили на корпус. И уносим себя из КВНа. Паша! Что, Паша? Сегодня день города Заречного. У вас есть подарок? Конечно, есть. Подарочек бамбусечек. Песня сельская, лирическая. Поянка за, поянка за. Стоит на борте по колено. Такая нельзя, никак нельзя. Такая сила притяжения. Паш, что ты от нас говоришь? Отстал, мы тебе приготовили подарки, ты сейчас скорее. Закрой глазки. Его на Алиэкспрессе заказали? Нет. А что тогда размер такой большой пришел? Паша, я вообще-то лучшая актриса. Прошлого сезона, а я вот лучший актер. Одного фестиваля. Короче, пусть лучший жюри решает, кто из них лучший. А мы погнали! Я знаю, как привлечь больше молодежи на ваш завод. Его нужно назвать не старт, а Black Start. Это бред. Я увидел у вас на автобусах рисуют лосей. Предлагаю пойти дальше и рисовать на лосях автобусы. Это чушь. Это дозор. Предлагаю перенести памятник Ленина ближе к спортивно-культурному центру. Зачем? Ну, чтобы он хоть изредка навидел Союз. Ну, конечно, пойдет переносить Ленина! Зря вы говорите, что Сердобск стрёмный город. Неправда, ничего не город! Ребят, 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 я ваш подарок потерял. Жить
Я зато люблю свой Владимир. Расскажу я вам секрет, что у нас есть куча тёлок, только жаль, девчонок нет. Сказано по этикету, руку левой нож держи. Если ты в Сердобск приехал, то во всех руках ножи. У вас лес, у нас лесище, у вас дома, у нас домище. У вас день, а у нас днище, городище. Да мы сельские, но и сельские умеют понтоваться. Внимание на экран. Четыре. Братья!